Ибрагимов Руслан, Песчанокопский, район 16 килограмм. Власов Максим, Песчанокопский район 16 килограмм. Пять полов с тобой задействовано. Еще раз повторяю, третий поток, первый помост, Шеховцов Ярослав, второй помост, Тутов Владислав, третий помост, так, внимание, техническая неполадка, извините, пожалуйста. Ковальский Сергей, Ибрагимов и Власов пока отдыхают. Они пятый поток. Я извиняюсь. Значит, еще раз. Шеховцов Ярослав. Первый помост. Второй. Тутов Владислав. Третий помост. Калашников Денис. Четвертый. Ибрагимов Мамед. Пятый. Медведев Николай. Четвертый. Камбур Кирилл, ремонтная. Итак, на первом помосте третий поток, весовая категория 48 килограмм, младшие юноши. Шеховцов Ярослав, Песчанокопский район, Весгирь 8 килограмм. Второй помост, Тутов Владислав, Песчанокопский район, Весгирь 8 килограмм. Третий помост, весовая категория свыше 68, Калашников Денис, Песчанокопский район, Весгирь 16 килограмм. Четвертый помост. Ибрагимов Мамед. Песчанокопский район. Весгирь 16 килограмм. Пятый помост. Медведев Николай. Песчанокопский район. Весгирь 16 килограмм. И шестой помост. Камбур Кирилл. Ремонтинский район. Весгирь 16 килограмм. Спортсменам зайти на помосты. Дает контрольный счет времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Итак, объявляю следующий, четвертый поток. Первый помост Зоричев Виктор. Второй помост Петренко Андрей. Третий помост Савченко Виктор. Четвертый помост Рассохин Михаил. Пятый Червяков Кирилл. И шестой Близнюк Андрей. Yeah.
Второй, первый помост. Не отрываем локти от туловища. В стартовом положении. На третьем помосте закончил свое выступление Калашников Денис из Самогоревы 68+, результатом 20 подъемов. На четвертом помосте Ибрагимов Мамед, вес гирь 16 кг, 55 подъемов. Итак, внимание, объявление. После выступления юношей, старших и младших будет выступление девушек и женщин вместе сразу. Хорошо. Бля, молодец. Ручки не разводи. Ну, давай. Бля, не разводи. Ближе. На пятом месте закончил свое выступление. Нормально. Червяков Кирилл, Каганинский район, с результатом 76 подъемов. 74 подъема, извиняюсь. Извиняюсь, Медведев. Медведев Николай, все правильно.
Yeah.
Спасибо.
Полторы минуты осталось. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!